стадионе юных пионеров зимний сезон наступил, когда еще на улицах было тепло. В эти дни здесь был открыт новый каток искусственного льда. Ледяная поверхность катка 600 квадратных метров. Московские фигуристы теперь имеют возможность круглый год совершенствовать свое мастерство. Первые тренировки на льду проводит Лев Михайлов. Начали зимний сезон и чемпионы СССР в парном катании Киселев и Герасимова. Новый каток – прекрасный подарок московским спортсменам.